Тренировки 3 раза в неделю и 6-разовое питание каждый день. Вот такого режима красноярка Ксения Романова придерживалась долгие месяцы. И все, чтобы завоевать титул самой красивой девушки в купальнике на престижных европейских соревнованиях по бодибилдингу «Арнольд Классик». Основатель турнира Арнольд Шварценеггер. Секреты того, как сделать потрясающее тело, узнавала Светлана Овсяникова. Фронтальная позиция, мы стоим полностью лицом. Да. Основная задача – показать форму песочные часы. То есть это широкие плечики, узкая талия и, естественно, красивые бедра. Позиция фронтальная, позиция боковая. Красиво, с какой стороны не посмотри. Именно рельефное тело в комплекте с женственностью и грацией помогло Ксении Романовой войти в шестерку самых сочных девушек в купальниках на европейских соревнованиях по бодибилдингу «Арнольд Классик». Состязания прошли в Мадриде в эти выходные. Для красноярки это первый международный турнир и 5-е место, признается девушка, достойный результат. Вообще тягу к железу, рассказывает 23-летняя Ксения, почувствовала еще в 15. Тогда начались ее регулярные походы в зал. В 2012-м в номинации «Фитнес-бикини» решила принять участие в краевых соревнованиях. После выхода на сцену поняла, нужно наращивать массу и, как ни странно, добавить немного жира. Я поняла, что мне не хватает всего. Потому что я была очень худенькая, кожа и кости. Я поняла, что нужно просто набирать массу. Не только мышечную, но и небольшой процент жировой. Так как для девочки, я считаю, это тоже очень важно. Это эстетично, это красиво, это сексуально. Бегать я не очень люблю. Это мое самое нелюбимое занятие. Нелюбимое упражнение – бег из более популярного выпады. Подготовка к соревнованиям в Мадриде, основатель которых сам Железный Арни, мало чем отличалась от подготовки к любым другим. Зал 3-4 раза в неделю и 6-разовое диетическое питание каждый день. На сушке уже, когда близится период соревнований, когда уже приближается соревнование и идут определенные ограничения по количеству продуктов, по калоражу, наоборот, каждый прием пищи, он в радость, потому что хочется очень кушать всегда. Увеличивается интенсивность тренировок, калорийность рациона сокращается. Поэтому каждый раз ты кушаешь, тебе очень вкусно, честно. За месяц-полтора до дня X из рациона и вовсе пришлось исключить все вредные продукты. Ничего мучного и, конечно, жареного. Тренер Ксения Алексея не скрывает. На пути к успеху нередко бывали и преграды. Например, плохое настроение подопечной. В таких случаях главное найти подход. Нужно быть немного психологом, знать, какие слова найти, ну, чтобы человек понял, чтобы успокоить его в нужную минуту, чтобы у него была уверенность выходить на сцену. Дальше в планах Ксении очередное выступление на чемпионате края и страны. Цель только одна – показать максимально высокий результат. Светлана Овсяникова, Евгений Шестаков, 7 канал.